ними. Но как-то вот, знаете, это постфактум, как случилось, так случилось. Но я вам должна сказать, что для того, чтобы провести правильный анализ почвы, вы должны были взять, во-первых, с разных грунтов, с разной величины, 5 сантиметров, 10 сантиметров, 20 сантиметров, кому и 50 можно. Вот, все это смешать, всю эту почву подсушить и среднюю пробу привести на анализ. Тогда бы анализ показал ту почву, которую у вас. Вы сделали, и в большинстве случаев вы старались чистую почву притащить, чистую, потому что все боялись, что увидят, что у меня сорняки. Вот, понимаете, вот изначально, и поэтому получилось вот так. Но я вам хочу сказать, что щелочная, во-первых, более 7,5. У некоторых там 7,2, это даже по тем показателям, которые вам...